максимально. Только грудь. Только грудь через грудь. Оп. А можно громко, я не слышу. Оп. Прямая, прямая, расслабленная.
стороны в сторону, но прямо в коленку. Пробуем ходить в суперзаге. Шаг сложноватый, он нам нужен, да? Вниз. Раз, через одну ногу. Оп. Нет, не просто вниз, а с оттяжкой сложно. Проходка в суперзаге называется. Есть. Руки параллельно стене. Переворачиваем руки назад и вниз. Это основное.
опускайте вниз локти на уровне плеча. Локти прямо на него. Они напряженные. Есть. Теперь максимально складываем ковшом руку и тянемся кончиком, кончиком пальца к руке. Есть. Чувствуете себя шумарно? Кошмарно. Теперь вниз переворачиваем наши ноги, чтобы не створили. Локти на уровне плеча. Есть. Вниз переворачиваем. И через плавную, я делаю правую, я повторяю, через плавную волну каждый фаланг пальца прорабатываем и возвращаемся в исходное положение. Я гарантирую, что через месяц все ваши ученицы будут иметь такую кисть, которую вы будете в тайне завидовать и вечерами сами будете делать. Вот фламенко особенно, кто ходит, именно узбекскую растяжку использую. Ну, еще и вращение, да, через один палец. Я очень хуже схожу. Сначала назад, запоминаем, назад, к себе, ковш. Нет, не старайтесь прикоснуться пальцами к венерной волне, да? А тянемся к предплечью, вот сюда, к запястью, далеко-далеко, далеко. Вот ковшу максимально, прочувствуйте каждое сухожилие, каждого фаланга. Потом переворачиваем вниз, да, и раскрываем через мягкую волну, снизу и вверх, да. Вот так медленно проработали, а потом чуть быстрее, раз. И используйте на своих уроках максимальный резонанс в руках. Встали руки, опустите, как мы попробуем внизу, да? То есть научите клиента делать мягкую волну только кистью руки. Кисть всегда параллельно либо полу, либо бедру. Всегда она остается на месте, рука расслаблена. И в арабском танце, как в фламенко, как в андалузе, мы заводим руку через локоть. Вот такого положения не бывает. Это положение уже когда мы играем, да? Например, например, да? Есть такая мукальская песня. Нам надо показать, что я талию сделала для тебя, а ты меня бросил. Да, есть такое. Но когда мы танцуем как шар, классическую арабскую постановку, мы должны все уводить через локоть, везде рука должна идти максимально длинная, понимаете? У вас размах крыльев должен быть минимум 7 метров. У нас так сложный танец, мы танцуем один, совсем один на сцене. Сцена, и вы. Нет. Тан-тан-тан-тан-тан, максимально длинные руки. Хорошо, молодцы, пророки. Понятно? Используйте резонанс. То есть научили делать волну, делаем право-лево, право-лево. Не через локоть, только кисть, локоть вверху. Право-лево. Соедините, да, право-лево, здесь право-лево, право-лево, меняйте плоскость, право-лево, при этом, да, используйте еще вращение, спрячьте одну руку за спину, я уверен, вы сегодня придете домой, но сами этим будете заниматься, потому что вам это интересно, да, используйте все, развивайте координацию, потому что, ну, очень сложно, особенно вот, кто работает с детьми, очень сложно ребенку объяснить, как нужно идти на три удара влево, право, всего одна рука, понимаете? Когда, хотя даже ребенку проще, у него усваивание организма гораздо интереснее. Вот. Вообще я всегда завидовал вот вчера. Огромное вам спасибо и поклон тем людям, которые работают здесь. Есть, да? Используйте комбинаторы. Раз, два, три. Раз, два, три. Чтобы умели делать на три удара одну руку, да? Например, удар на каждый. А рука идет на 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Не загребайте руками, как будто вы тонете. Три, четыре. Рука раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Включите сюда голову. Включите сюда грудь, например. Раз и два. Да, сделайте. Раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Два поворота груди. Один. Одна рука. И при этом 4 удара. Вот эту комбинаторику развивайте. Тогда у вас вот выйдет тот результат, да, когда здесь вы сделали удар, здесь подняли бровь, здесь потрясли груди. Боже, что со мной происходит, я еще и трясу левой ногой. Это комбинаторика максимальная, да. Вот эти все свадебные вот такие игры, да. Здесь швейная машинка, здесь каша, здесь коляска. Попробуйте, да. А здесь мы уже руками, дядя. Тело развивайте, максимальная комбинация. Понятно? Есть? Все, переходим к хореографии. И уже будем с вами заниматься, как говорит Лена Рамазанова, посильнее. Есть.
Что нам нужно? Нам нужно самое обычное, три равных удара правым левым бедром. Тук, тук, тук. Как сделать удар, да? Вижу, в большинстве случаев есть удар красивый, мягкий, быстро напомню технику. Одна нога, мы не сидим, она полностью прямая. Правая нога, у вас левая в данном случае. Разгибаем и переносим бедро. Сила удара не в том, чтобы максимально подвинуть соседку справа или максимально слева. Да? Бедра должны находиться в себе и в одну плоскость. Там, 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 да? Легко, легко. Тормозим на одном месте, как будто здесь стена. Тум, тум. И вот это новогоднее ощущение заливного здесь должно быть с ноги. Понимаете? Вот заливное. На Новый год постараться. Те же удары. Там, 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 там. Заливное, ноги вместе. Там, 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 там. Ноги вместе. И на полупалец поднимитесь. Нет, не пойдет. Давайте поднимемся, что такое полупалец. Такого органа в природе нет. Пальчик, я буду назвать, когда мы поднимаемся на фалангу пальца. Не на полностью на пятах, а на фалангу пальца. Вот это не полупалец. Это называется, чтобы я не приставал, мы открывали пятки. Выше. Выше, да, максимально высоко. Чем выше, тем легче вам будет стоять. Длиннее вы будете. И пробуем. Там-та-ка-там. 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 По два. Там-там. 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 Там я спаю. И приставной шаг, что такое, знаем? Там-та-ка-там. Колено. Оп. Там. Понравился ли?
А ну сними, поднял его вам на руку. Так, вот здесь талия свободна, а здесь все зажато. Нельзя делать скручивание никакие ночи. Здесь все спокойно, свободно, там, только бедра. Вот. Только бедра, а теперь три раза крутые. Вот, есть, есть. Хорошо. На полупаре у вас правая нога, правая нога вперед, правая нога вперед. Раз и два. Раз, хорошо? Точно так же слева. И там, так, там, так, там, так, там, 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 там. Допустим, ошибку, которую я, например, в зеркале у себя не вижу. Если бы вы знали, никого нет лучше, чем я, когда я танцую дома. У меня громадный шкаф купе, я на него танцую. Ой, какую я сделал здесь, а какой у меня шаг получился? Тут я прихожу, да? Следите за собой на таких мелочах, посмотрите, что делаете и как это смотрите. Вот эта нога должна четко фиксироваться на полу шестой позиции, чтобы не было вот этого твиста. Пятка не выворачивать, не выворачивайте так. Стараемся привлечь к амплитуду скручивать, поэтому скручивайте так, только нормально нужно делать. Ага, есть. Справа ноги, 8 и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6. 8. Есть? 5. Угу. Давайте соединим. Правый приставной шаг, левый приставной шаг вместе с рукой. И левую ногу. Еще раз. Еще раз. Понятно, да? Сейчас с вами ближе к народу. И готово. Левая. И рам-тан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 . И о-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 
4, 5.
три, четыре, пять. Не ягодичные, не ягодичные. Прямые, чтобы ноги поиграли максимально. Раз, два, три, четыре, пять. Максимально ноги. Вот понимаете, бывают разные вкусности. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Ягодичная тряска без пола, жутко красиво и ярко. Да? Когда у нас начинается вот вент и заканчивается вент под грудью. И все это расслаблено и красиво. Иногда мы должны показать, если что, ногу. Вот максимально ноги расслабляешь, и пол, потому что это тоже будет. Там, есть. Таким образом, пять еще. И раз, два, три, четыре, пять. Запомнили. Руки на уровне плеча. Должно быть визуальное ощущение, что локоть тянется к бедру, чтобы действовать руками. На самом деле мы тянемся к локтю. Раз. Максимальная оттяжка. Обе ноги прямые. Попробуйте сделать здесь прямую тряску двумя ногами. И правая, и левая. И левая. Заставляйте работать две ноги. Две. Попробуйте одной левой, одной правой. Вот так долго-долго получится. Потом не разваливайте. И раз, два, три, руки, четыре, пять. Ага. Понятно? Поворот. Через левое плечо. Пять. Через левое плечо на 180 градусов. Шесть. Нога на высоком полупальце. Через левое плечо. Есть. Сначала и вяжем. И там. Там. Запомнил? Все, поехали. Быстро, я даже, наверное, еще успею дополнительно барабан. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и тряска. Раз, два, три, четыре, пять, поворот. Ага. Понятно? Да, нет? Да, 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 да. Еще раз. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все стоят на левой ноге, правой ноге. Дальше это дело арабизма. Жест, жест, жест. Здесь рука вверх разворачивается. Друг другу кладем на бедро, да, знаете, что так мы руку на бедро ставим очень редко, очень агрессивно, нежно, да? И делаем против. Вверх, удар, бум, вверх, бум, вверх. Жест Исаиды, вы уже знаете. Раз. Вот так вот, как он свободный. И делаем последний удар. Бум! Ягодицы не уходят назад, не делают. Нет. Ягодицы встаются вниз, заедет, заедет, тяжело. Хлоп! Да? Вниз и хлоп! Да, есть, понятно, да? Там! Ай! А грудь и бедро! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, ай. Ага, ай. Готовы. И знаете, да? То есть мы работаем на том темпе, который у нас записан. Ниже никак нельзя. Хорошо, попробуем. Значит, музыка очень быстрая. Я ее называю загнанная лошадь. Ритм очень сложный. А через так? Через так? Нет, через так мы хотим только что. По музыке через так. Хорошо, конечно. Будем ходить через так на каждом месте отдельно.
максимально пробуем попасть в ритм. Раз. Мне главное синкопы. И когда мы меняем ногу, потому что если вы не наступите на ногу, вы не выйдете на ту, и будет вот такой синкоп. Музыка, обычно быструю музыку назвать сложнее, да, потому что нам требуется хорошая техника, везде пластика, при этом не шевелить. Окей? Пробуем чуть-чуть громче. Слева я с вами. Запомнили? После третьего не так. Да. Раз, и два, и три, и четыре.
и три, и четыре. Ну, такой эффект неожиданности. Веселый год. Поехали. И раз, и два, и три, и четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Не могу так. Давай еще раз. И. Готовы? И. Там-та-ка-там-та-ка-там-та-ка-там. Ай, там-та-ка-там-та-ка-там-та-ка-там. Вот о чем я говорю. Вот эти мелочи, которые мы обычно забываем. Шестая позиция ног. Смотрится уникально. У всех ноги ровные, все красивые, стройные. И что же получаем? Там-та-ка-там, там-та-ка-там. Выворотная стопа. Ужас. Все. Любой конкурс вам скажет. Где кофе наливают, я смотреть дальше не буду. Так нельзя, а так нельзя. Точно по шестой. Шестую держите столб сильнее. Жара. Готово. И. А-ча-ча, 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 а у меня а-ча-ча. А? Соединим. Понятно. Ох. Слева. И. Так-а-там, так-а-там. Стоп! И! Пять, шесть! Ай-ай-а! И раз, и два! И раз, и два! И раз, и два! И раз, и два! Ага. Что мы сейчас называем? Вот идем в гости. Да? Вот так называл на ходу. То есть здесь движения несложные, все наигранные, все выигранные, максимально улыбаются. Знаете как? Легко, легко, свободно. Дальше уже пойдут вот эти заморочки. Попробуем все станцевать. Да? Хорошо. Маэстро, музыку, третий трек и нам сначала. Вот, локоть ни в коем случае не работает на себя, только
А, да, ну да, это очень по-русски. Да, вот такие мы можем потирать, сладострастие. Я готов целый вкус должен быть так. Боже, у меня грудь будет 4 раза больше, чем ваша. Но она притом на 4 размера меньше. Выше. Стараемся. И раз, два, три, четыре. А ноги. Раз, два, три, четыре. Да, руки как вам нравятся. Я обычно делаю яло. Хорошо. Назад с правой ноги. Вот так вот. И а, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я все хочу сюда упасть. 8. Есть. Не все так просто, наш узор. Лево, право, право, лево все равно. Но каждый раз бегаем. Оп, 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 оп. Плечи на месте. Опа, оп, оп. Диагональ. Только грудь. Пошли, яла, приставный шаг назад. И ап, 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 ап. Да? Понятно. Все знают, что такое турецкий бисер. Объяснять не надо, да? Турецкий бисер. А теперь попробуйте. Вот наш турецкий бисер переработан на египетский манер. У нас два раза нет. Ага, и крупнее. Теперь пробуем оттяжку делать лево, право. Нет, не ноги переходят лево, право. Ноги топчутся на месте, бедра уходят влево, право, лево. Грудь спокойно, плечи не помогают. Раз, ап, ап, ап. Включим руки. Раз, два. В этом вращении, вот, да, в таком движении рук, должно быть ощущение, что у вас либо две правые, либо две левые руки. Локоть правый должен ударить локтю лево. Раз, два, три, четыре. То есть они вот должны параллельными линиями сливаться, да? И с оттяжечкой. Раз, два, три, четыре. Левый плеч на пять, шесть, семь, восемь. Вокруг себя. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я ваше задание уже. Готовы к ключу. Значит, ключи ногу, да? Спорный вопрос. Многие говорят, ногу водить на полный пятак, многие говорят, водить на полный палец. Я обычно делаю, как мне нравится. Поэтому я считаю, это более классический вариант, да? Это более фольклорный. Как вы привыкли, так и удобно. Разницы никакой. До этого момента готовы? Давайте пройдем с вами медленно и уж подвесно. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и пять. Тр, 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 тр. Поворот. И та-та-там, та-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 та. Четыре, раз, и два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бедра вперед, не прогибайте здесь поясницу. Бедра вперед, максимально вперед. Толкаем правое бедро, левое одновременно. Ага. Руки, опять же, крест, да? Мы должны его свести в диагональ. И нужно на положение поставить, на крест рук остается. Руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Забыл, прости.
И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При этом мы же помним, да, что на нас смотрят. Вот это лицо, которое пытается вытянуть этот ритм и сделать качалку. Еще, еще, еще четыре. Не умеете. Вам хорошо. Быстрее. Молодцы. Готовы. Сначала до конца. Без музыки подсчет. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, и восемь, и раз, там, и др, 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 оп, там, ой, там, и Правый ноги, здравствуй, мама Асана. И привет, мама Асана. Оп, есть.
Запомнили? Там руки просто, не нужно привыкнуть. И раз, два, три. Оп. Раз, нога, два, три. Оп. Стоим налево. Правую сторону. Скручиваем. Три. Переходим на правую ногу. Раз, и два, и три. Есть. Круг грудью. Четыре. Раз, и два, и три. Вверх, вниз. Пять. Еще раз. Значит, посмотри, что мы будем делать со скручиванием. Вводим скручивание. Раз. Теперь помните, точка наша, точка А. Вот есть у нас, да, корпус. Между ними находится вот такая впадина. Если на нее надавить, резко сокращается живот. Вот, да. Вот здесь она. Мышцу мы втягиваем. Как ее найти в своем организме? Вы должны без помощи ноги поднять ногу. Оп, оторвать ее от земли. И вот здесь у вас образуется такая ямочка. Вот это наша точка. Нет, не в сторону, потому что ямочка будет здесь образовываться. А вперед. Оп. Это очень хорошее упражнение. Даже его проводят, что касается фитнес-центра, курса для беременных. Очень укрепляет. Избавляет от растяжек. Оп, себя. Оп. Грудь на месте. Нет, грудью помогаете. Только бедро. Ай. Понятно, да? Только правую, например, или только левую, или только наоборот. Понятно, да? Понятно. Есть. Крутить. Тянуть нашу ручку. Оп. И скрутить. Тянуть. Скрутить. Тянуть. Получается такая волна односторонняя. Но единственное, что волна, главное, чтобы она шла не в сторону, а вперед. Оп. Легко и переносим без тела. Это не сложно, это правда. Поехали. Вправо. И раз, и два, и три. Грудь, четыре. Раз, и два, и три. Вверх, вниз. Ага. Еще раз. Конечно. Привет тебе, мама Хасан. Справа и налево. И привет тебе, мама Хасан. Круг. Обязательно тебя кто-нибудь. Круг грудью. И раз, два, три. Круг грудью. Раз, два, три. Вверх, вниз. Запомнили? Схема проста. На меня. Поехали. И таратам, таратам, там, там, тарам, таратам, таратам, тарам. Свободные ноги. Начинаем двигаться по линии танца. По линии танца в какую сторону? Против часовой стрелки. И раз, два, три. Лицом на стену. Получается правая нога на двух пальцах, да? А? Да. И раз шаг египетский. Два шага египетский. Три. И остается свободная правая, да? Мы ее поднимаем на полупалец. Выводим назад бедро. Скручиваем бедро вперед. И опускаем. Оп. Получается кольцо. Стандартное арабское кольцо сверху вниз. Да? Готово. И раз, два, три. Оп. Ага. Нет, здесь же уже повернулись боком. Зрители, знаете, вы что-то хотите ему показать. Вот бедро ему покажите. А то вы Продолжаем опять правой, разворачиваемся спиной. Раз, два, три. Я здесь левая нога в сторону. Да. Молодцы. В этот момент они зафиксированы. Все знают этот жест, не знают, правда, что он означает, да? Здесь на кровь.
глоток. Мне не нравится получается чем чебурашка. Я его делаю всегда. Делаю же полный лапу. И вот таким образом вас пугают. Есть. Мы будем ходить вокруг. Что касается этого круга. Раз, два, три. Оп. Да, продолжаем. Раз, два, три. Обнять. Я здесь поворачиваюсь. Вот вы выставили левую ногу. Левая рука обняла себя. Нет, живучи не закрывайте. Вот рука направлена к себе. Пробуем вращение. Сделаю раз. И вам на два. И понятное движение, только не делайте его вот здесь. Делайте его над собой. Маленький снизу вверх. Объяснять не буду. И раз. Хлоп. Два. Хлоп. Ага. Понятно. Пробуйте против часовой стрелки. А. И. Правая, левая, правая. Кольцо. Правая, левая, правая. Обняли. Да, 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 да. Правая рука вверху. И. Маятник. Маятник. Очень важно, чтобы после двух маятников вы остались на правой ноге. Стоять. Вы же через себя это все пропустите. И вы дадите дома такое, чего вы там не знаете.
Есть? Все понятно. Раз, без музыки, потом под музыку я смотрю. Само начало. Есть, да, нужно сделать, например, почту, да? Да, ну это не почта, нет, это скручивание почты. Да, вот обычно скручивание почты. Любимая фишка, вот сайт. Все знаете, да? Не понял. Раз, хлоп. Ай, чудо. О, понятно, да? Арабизм должен вас спросить. Ну, никому не интересно вот это. Заставляйте своих клиентов максимально писать руками. Ты шо, дело, чтобы они вас после урока расступали, чтобы вы 15 минут вот так руками махнулись и открывали задачи не уйти. Они задавали за вопрос. Готов, подсчет. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть. Знание ритма. Например, вы выходите на отборочный тур, вы не знаете, что вас ждет.
Может зазвучать калиджи, может зазвучать старинки, может зазвучать мелоди, может звучать табло-соло, что угодно. Поэтому ритмы учите, вплоть до нубийских ритмов. Максимально ритм. Что такое ритм? Что, как, откуда, там, так, там, 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 так, там, да? Сегодня мы будем использовать два ритма. Саиди, тум-тек, тум-тум-тек, тум-тек, все знают, да? И ритм мелоди. Там, так, там, там, там. Готово. Правая нога в стороне у нас осталась после бочки, верно? Извините, левая. Виноват я. Есть. Хорошо. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Нет, нога слабая. Нога слабая. Да. Вверх, вниз. Вверх. Вверх и вниз вперед. Вниз. Вверх, назад. И чуть присесть на горбу ноги. Ой. Знаете, нет. Не ой, вот вышло. Я говорю, да? А. Фу, устала. Да, чуть-чуть мягче. И здесь опять. Тук. Устала. И. Там, так, там. Там, там, так, там. Без резкого движения. И вверх. Тук, тук, тук. Вперед, три удара. Еще раз. И. Ран, так, там. Ран, так, там. Тук-тук-тук, да, а теперь наоборот, назад-вперед, еще раз, и вперед-назад, вперед-назад, так-так-так, назад-вперед, ага, и вперед-назад, вперед-назад, так-так-так, назад-вперед, вкуснее, это день, самый экзотический момент танца, есть, молодцы, и так-так-так, 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 назад, вперед, руки. Можем классические руки держать, можем здесь рукой пострадать, да? Можем, опять же, ремонт. Можем сделать такой вот, знаете как, там, да? Прямо смотреть свое любение, что же я здесь делаю? Время, обычно, да? Воздух показать, да, как планку. Максимально работайте. И раз, два, три, четыре. Так, так, так. Оп, хлоп. Есть. Двойной шаг с ударом. И раз, на полный цепь. Два, три, четыре. Еще раз. И так, 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 так. Ага, руки вверху. Так, так. Вы там не забыли начало? И
Раз и два, раз и два, раз, два, три, раз, два, раз и два, раз и два, каракатица и вторая. Все. С левой ноги шаг с волной сверху вниз. Не объясняйте? Шаг с волной. Раз, два, сверху вниз. Нет, не снизу вверх. Вы делаете снизу. Как контролировать волну? Что снизу сверху, что сверху вниз, да? Стена. Пришли ставить. Ну, завтра говорят, что это волна, да? Попробуйте сделать любви. Если первое, что касается стены, диафрагмы, что волна сверху вниз. Если первое, что касается стены, бедра, то снизу вверх. Угу. Да, очень удобно говорить ученикам, как приятно в фитнес-центрах, да? Это я могу вам сказать, да? Диафрагма, живот, бедро, коленчик присогнутый, бедра перевернуты, это сверху. А снизу вверх это колени мягкие, бедро в себя, живот вперед, диафрагма расслаблен, наоборот, это снизу. Ну не поймут, ну не запомнят. Поэтому элементарно, сильно и любую, а там уже разберетесь. Ясно, да? У нас сверху вниз, это начинается с диафрагмы. Если волну разделить на три части, две части – это вперед. Нельзя делать волну назад. Нельзя. Это получится не арабский танец. Это получится ранний Майкл Джексон. Вперед, вперед, а вот назад в себя. Хлоп, не оглядите назад, а в себя копчик. Оп, опять вперед. Оп, вперед. Оп, вперед. Оп, вперед. Оп, понятно, да? Прямая, а вот она скручиваем. Да? Скручиваем. Раз, два, три. Есть, есть, есть. Хорошо, у нас была последняя каракатица. Раз, в себя, два, в себя. Сделай ноги назад. Скрутить, 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 скрутить. Понятно? Четыре шага. Давайте с вами. И бегать. Рам-та-ка-там, 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 каракатица, каракатица, рам-та-та-та-та-та-та-та. Ага. Теперь, что у нас должно быть специально во время волны назад? Это, знаете, как держите меня вперед. Вот такое должно быть ощущение, что вы уходите, но вы не стоите. Вот здесь руки впереди. Нет, не поможете мне любить. Во-первых, кис не собирается никогда больше. Никогда. Свободно, свободно. Можете делать вращение, да? Можете скидывать каждый раз руку. Добавить, например, если вам тогда удается, добавить каждый раз удар в волну. Вот пальцем себе помочь. Один палец не загибайте. Я вот загнул, и вы начали повторять. Вы помните, да, что значит жест на арабском языке? Если не помните, когда камера выключат, вы мне там скажу. И раз, два, три, четыре. Вот. Вот теперь вы царица выбор. Готовы. Готовы с начала и до этого момента. Голова уже не складывается в левую сторону. Уже глаза поднимаются в потолок и говорят, просто. И главное, чтобы вы это будет. Остальное все перевертите. Вы выучите постановку очень быстро. Готов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и тряска. Право, лево, право, лево, право, поворот и отдала. Там-та-ка-там, там-та-ка-четыре, там-та-ка-там, там назад и раз, и два, и три, и девять. А? И
два, у, раз, два, три, четыре. Ага. Все. Дальше. Маятник сверху вниз. Маятник сверху вниз. И поехали. Дальше мне сложно. Давай я вам презентацию. Дальше, да, вы ставите на фишку. Что обычно это было, да? Вибрация животом. Ягодичная тряска снизу. Мы должны с вами сесть. Там так, да? И подняться вверх. Тоже вибрация, да? Например, что можно? Мы можем ставить тряску, ягодичную сесть. Мы можем обычно, знаете, когда уже вот такая типа усталость, что я делаю, да? Я делаю, продолжаю делать маятник, потом я чувствую. Арабизм, да, сайт? А-ча-ча-ча-ча. Здесь покажите, вот как мы будем, да, катание с бубном, полностью все свое тело трясите. Эффект точки. Эффект точки. А тем более, ну вы знаете, да, вот такие пикантные моменты, как ягодичная тряска или вибрация животом. Ну это хорошо получается дома или в обзоре, да? А когда начинаешь нервничать, господи, тут бы расслабиться на волну, не то чтобы там расслабиться, надо что-то больше. Поэтому иногда приходится вот так водить. Я не требую от вас никакого конкретного движения, вы должны ставить то, чем вы славитесь. Своего движения получается только у вас. Даже тряску груди. Даже. Да. И отсюда подняться. Понятно? Но подняться на одну левую ногу, подняться на полупалец и на ней сделать два маятника сверху. Без груди, без плеч. И делим. Раз и два. Раз и два. Раз, два, три. И раз, и два. И раз, два, три, четыре. Раз и два. Раз и два. Назад, 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 назад. Раз и Оп, а не сглазил бы тебя кто-нибудь. Оп, зашел.
по кругу. Раз, и два, и три. Кольцо. И раз, тахатам, тахатам. И вверх. Я
И ран так и нет. Усилие движения. Ран-та-та-та-та. Голову, все что угодно. Либо бедра ходили, и вы танцевали. Ран-та-та-та-та. Не загибайте один палец. Забросайте. И всю ладонь. И ран-та-та-та. Запомнили? Четыре раза. Теперь движение, которое мы использовали в нашей разминке растяжки. Да? Вперед в себя. Вперед в себя. Вперед в себя. Самая грубая ошибка, которая может быть в этом шаге, это насильный вдоль, подъем бедер вверх. Нельзя. Раз, раз, вниз, вниз, вниз. Чтобы было ощущение того, что ваш живот выпадает и втягивает, правильно работать общем. Дома становитесь под стеной, так чтобы все касалось спины. Да? Вот уже себя оттянули, а теперь назад, чтобы стена не давала тепло, а чтобы втягивала с себя, когда вас оттянули живот. Оп и в себя. Оп и в себя. Оп, раз и раз. И спокойно на полной стопе. Напрягайтесь там, там. Не вдувайте, не выдувайте живот, получится перепузик. Убирайте. Там. Право, лево. 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 Полупалец. Право, лево. Хорошо, сохраняйте. С правой ноги. С рукой. И. Ай-ча-ча. Через полукруг, через правое плечо. Работа сначала вперед назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Довернуться. Семь, восемь. И опять то же самое повторяем с мамой Хасаном. Привет тебе, мама Хасан. Круг. Ладно, тебя кто-нибудь круг, да? А теперь здесь поздоровались с мамой. И с этой мамой тоже поздоровались, да? И больше еще. Раз и два. С поворотом тоже знаете? Не знаете, да? Рам-та-та-та. Ага. Все. Да, точно. Значит, бочка, я объясню. Вперед движение, да, большое развивание, протягивание. Здесь бедра не скручиваются. На прямом бедре подставляем ногу. Хлоп. Подставим. Дальше мы продолжаем движение бедра назад. То есть у нас что там было, да? Назад, в другую сторону. При этом поворачиваемся. Назад. Диафрагму держим, наклоняйтесь вперед. Назад, 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 назад. Не могу ответить на ваш вопрос, потому что идем с другой стороны. Давайте попробуем. У нас бочка будет в правую сторону. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вы должны сидеть на левой, пятая должна стоять на плече. На повороте перед мамой Хасаном. На повороте перед мамой Хасаном. Еще раз давайте всю маму Хасана пройдем, потому что тоже не могу. И раз, два, три, круг. Раз, два, три, кольцо. Здесь падает в правую ногу, в левую смотрим, здороваемся с мамой. Здравствуй, мама! Как я тебя так ждал долго? Здравствуй, меня, мама! Тебя я ждал долго, понятно, да? Теперь хлоп, да? Потом приподняли, да? И ай-ча-ча. Шу. Так-а-бу. Ага. Это понятно? Ч.
Чего? Танцуем всю маму? Помните, там по 4 сверзать, потом чайный ядро.
Готов. Все.
пригодится. Хореография правда хорошая. Над ней очень старались много людей. Дорабатывали, перерабатывали, вкладывали свои души. Поэтому я надеюсь, что она вам понравилась, как она нравится мне. Вы с ней еще переспите, завтра станете вообще по-другому. И раз, два, три. Ап. Раз, два, три. Всем огромное, преогромное спасибо. Спасибо. Организатор фестиваля – Центр семейного оздоровления. Это детские и семейные программы, подготовка к родам, бассейн и фитнес для беременных, плавание для малышей. Это студия оздоровительных танцев, бодифлекс, латино, восточные клубные танцы. Это проект «Светлый образ», организация концертов, творческих встреч и фестивалей.